Всем привет! С вами Прия. Перед показом серьезного контента, а именно прохождение Штормграда с пятью масками, стоит сказать о том, что во время видосика было и так много комментариев на стриме, поэтому что-то при обработке я уж вставлять не стал. Думаю, там и так все понятно касательно того, как работать с мобами, как работать с окружением, с бафами и прочими какими-либо моментами. Но если все же не ясно, то в комментариях можете написать это. Также не забывайте про ссылочки в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья, приятного просмотра. Берегите ноги. Не, если дверь будет открыта, я зайду, ясное дело. Но сейчас тройнем с пятью масками, что из этого получится. Получится ли? Вот, тоже еще вопрос хороший. Сейчас проверим. Ну, если что, у меня еще есть один сосуд. Ну, потенциально. Да, замедление сразу, еще и замедло щупалец, ну, серьезно. Опа, там дверь открыта, хорошо. Его питомцы достреляют. Дот обновлю. А моб делает что-то этот, нет? Ну, он дает баф версы, я знаю. А, он фиряет, да. Прикольно. Можно было зеленку нажать. Ну, эфир бы я бы и не получил. Банк в торговом квартале дает 10% баф крита. Дверь закрыта, дверь закрыта. Ну, все, нету медведя. То есть вот эта вот закрытая дверь, это медведь. Если что. Мины открыты. Ну окей. Сейчас с минами сыграем. Все отлично. Бафов больше не будет, как я правильно понимаю, да? По ходу прохождения данного жуткого введения. Чат, дайте инфу. Мина дает 10% бонус по дэмэджу. Ох ты, дар титанов, хорошо. Мобов я уже очень далеко раскайтил, нужно обратно убегать. Ну, мину, чтобы взять, нужно немножко это... персонажем владеть. В плане, нужно уметь двигаться. Так сказать, нужно понимать, где твой персонаж находится. То есть его ножки, чтобы мину не зацепить. Потому что если ты цепляешь мину,
Вот этой вот пробежки, ну, у тебя откидывает назад, ты теряешь время. Согласись, терять время в ведении, ну, такая себе идея. Ну, вообще, лужу в соло таргет ложить такая себе идея, но я могу себе это позволить. Потому что он пока активируется. Нормально. Дарт станов. Плохо, наверное, то, что он прокнул сейчас, даже не знаю. Наверное, это больше в минус, чем в плюс. Так, а где два моба? Я их что, скипнул? Серьезно? Интересно. Или они патрулируют как-то? Непонятно. Вообще, когда ты проходишь над аркой, на тебя вскрываются два разбойника. Сейчас они не вскрылись? Это забавно, с какой-то стороны. Ну, если сейчас она быстро паутину кастанет, мне просто некуда будет убегать. Окей. У меня было время убежать. Ну и... Моп умер. Это отлично. Касание бездны нужно сбивать, злобный натиск. Ну, просто какой-то микростан лучше дать. Потому что иначе он просто закрутит тебя по дэмэджу. Очень много дэмэджа от злобного натиска можно поймать, если не сбить его вовремя. То есть фокусить лучше, наверное, синевого клинка, а осведомителю, ну, просто каст кикать и все. Это, мне кажется, самая нормальная, адекватная тема. Ну, он сейчас дебаф меня повешает, у меня минус санити будет. Может, успею, не знаю. Успею? Успел. Отлично. Взрыв гнили, что-то он там сотку отнимает, что ли. Ну, неприятно. Моп еще приятный достаточно бегает с нами, Валира, которая микростаны дает. Само по себе прекрасно. Да. Забавно. Ну, Винер, если бы я играл с этим талантом, то это было бы актуально. Здорово. Столб я юзать не буду. Первую геру, первое войско. Ну да, сюда отдам. Вот это да. Это уже становится опасно. Минус 135 просто прошелся по Матиасу. Прикольно. Прикольно. Что-то все катастрофически плохо. Нужно собраться.
А, он еще решил убежать. Прикольно. Неужто это смерть? Чтобы это была смерть? Ха, нет. Не в этот раз. Да, хорошо. Сейчас нужно в торговый и, наверное, перед пулом того мопца. Я не могу идти, потому что если я пройду, у меня этот кружочек долбанет мобов, ну вот этого, моба с тележкой, и они спулятся, мне не нужно, чтобы эти мобы пулились. А мы по-другому сейчас немножко сыграем. Я шотну вот эту вот пачечку, потому что она у меня остается всегда, и если я шотну сейчас, то это будет лучше. И вот как раз сейчас после убийства этой пачки я ставлю первый столб. Этим действием я очищаю себе просто путь к этой самой, как она называется, к клетке. Я подбегаю сейчас максимально к мобам. Юзаю столб, регенюсь и пулю все вперед, играю через большого моба. Первый каст кикаю, под второй зеленку жму, но просто дэмэдж по себе уменьшаю и быстро шотаю его под фулл бурстами. Ну, тактика примерно какая-то такая. Не знаю. Главное, чтобы меня с маунта не сбили. Можно уже даже зеленку нажать, потому что магического дэмэджа тут очень много. Дарт станов вообще идеально. Конечно, моб дал бы мне 200 санити, но... Кто знал, что будет прок? Кто знал? Чат, вы знали? Я вот не знал. Ну, пока что два квартала Штормграду зачищено. Вот. Один столбик только юзнут был. Ну и тот недавно. ЧБДС не потрачен. Гера с войском ушли на Матиаса. Ну, я все правильно делаю. Зеленку нажму. Кайлами покидаюсь, вайдами покидаюсь. Зеленку, если жмешь до цепей, то эффект аниматы не присутствует. Ну и тебя не притягивает. А если поступь, то ты не притягиваешься. Вот. А, ДК честный класс, я могу сказать. Вот. Самый приятный. Четыре минуты до войска, 6 минут до Бладласта. Ну, в теории, все нормально. На Умбрии как раз. Самое главное, до Умбрии не запороть ничего. С большим этим мобом, который слизнюк у башни ходит. Клетки, конечно, можно было бы как-то получше открыть. Ну, в плане передвижения. С лишние шаги делаю. Больше санити теряю. Придется раньше столб нажимать. Ну, вы понимаете, о чем я. Я не могу нормально прыгнуть. Я не могу нормально прыгнуть! Алло! Блять, эти текстуры, они меня когда-нибудь доведут.
Ну, просто минус 27 санити и ни с чего. Ладно, Дар сейчас прокнул. Так, надо успокоиться. Я что-то перевозбудился с этим прыжком немножко. Немножко в неправильном состоянии сейчас нахожусь, не в том, в котором нужно ведение проходить. Да, я могу в них бурстануть, могу себе позволить. Как только прокает дар, надо сразу пулить моба по центру. Что-то мне кажется, я не успею его убить, не успею поставить столб, в итоге это будет фейл. А еще знаете что? А еще из-за того, что по экрану ободок вот этот, я не могу понять, когда у меня вылезут копии. Ну, это так, как бы, просто подумайте. Немножко об этом. Я не знаю, когда они вылезут. А, ну окей, ладно, там какой-то розовый орнамент появляется вместо обычного фиолетового. Это можно увидеть, но это так, напрячься нужно. Киляю этот пак, ставлю... Столб. Я успею убить этот пак. Нормально. Бурст бы не нажал, не успел. Теперь у меня бурст разграниченный. Печально. Окей, изменим привычное прохождение немножко в пользу отката бурста. Эх, сейчас бы тарелками погреметь на кухне, а не вот это вот все. Ой, какая хорошая копия заспавнилась, спасибо. Спасибо, что даете мне поставить на месте и отдохнуть лишние секунды. Прекрасно. Мне это так нужно. Ну, это просто стоп-фактор. Ты стоишь, и ты ничего сделать с этим не можешь. Ну, я могу нажать зеленку пройти, но я понимаю то, что зеленка мне может потребоваться в следующую какую-то минуту. Так что юзать ее ради того, чтобы выйти из этого, ну, такого. И тут надо юзать зеленку, да, потому что я не на максимальном хитбоксе стоял от моба, и ливень заспавнился, ну, считай, прям в нем. Это неприятно. Нужно на максимальном хитбоксе стоять, чтобы он ливень срал не под себя. Либо просто кикнуть ему каст в момент того, когда он делает... Ну, после ливня, когда он делает стрелу тьмы, нужно кикнуть ему каст. Ты немного не так проходишь этот квартал. Ну да, я по-другому решил его немножко пройти, лишь по той причине, что у меня были бурсты в КД. Я не мог пулить этого большого моба. Тут можно пройти на скилле, я не умею. Нет, меня все равно зацепят текстуры. Меня бы все равно зацепило.
Я убил этого моба последним за счет того, что у меня были бурсты в КД. Мне нужно было их откатить. Поэтому я близко сейчас к Кумбрию подбежал слишком. Поэтому я пошел кулить обычный трэш. Вместо того, чтобы бить... Кого бить? Ну, ты понял. Походу чип ДС. Или что? Нет? Хорошо. Сейчас в дезорент, наверное, кинет. Нет. Ну все, юзаю сейчас тотем. Перед Алерией юзаю обелиск, пилон. Ну и все. Чипдес есть. Бафы есть. Геры войска нет, ну и что? Наверное, не нужно было на Умбре давать геры войска. Не знаю. Спорный момент. Как же ты идеально срёшь под себя? Ты такая умница. Ходить будешь? Не будешь? Пиздец. Я теряю санити, да, с этой войды. Ну ладно. Побегаю кайлы в нее покидаю. Че, проблема что ли? Ходить будем сегодня, нет? Она не ходит. Чат, она не ходит. Я не помню, как ее заставить ходить. Нужно просто бомбы пинать. Она сейчас все засрет. Чтобы вы понимали. Ну ничего, ладно, око нормально заспаунилось. Зеленку надо как-то выбегать отсюда, не знаю. Не знаю, не знаю. Ну все, она умерла. Там просто доты сейчас дотикают и питомцы ее убьют. Все, готово. 25 минут с половиной. Чипдес не потраченный. Столб. Один остался или нет? Кстати, звание дали безликий. Вот. Это хорошо. Поясок 70-й с пыткой разума. Кстати. Ну, это первая пытка разума. Не знаю, насколько это будет эффективно, но вроде бы это неплохо. Всего лишь за 10 порчи. Сейчас посимем, посмотрим. Заяц. Прикольно. Сюда, заяц. 35 тысяч реликвий. Можно и просокетить что-то. Кстати, да, наверное, колечко просокетчу. Время, я думаю, пришло. Наверное, да. Время пришло. Вот, чат. Ну, 5 масок это легко. Когда у тебя есть эквип. Как мы выяснили. Вот так вот. Что там, ки еще нужно сделать? Ачивочки для змея, для маунта. 15-й плащ. Ну, 2 недели, то есть, да, получается, нужно. 18-го. Можно будет эту ачиву лутануть. Добудьте 100 тысяч реликвий, осталось 1700, кстати.